Эрик, поздравляю тебя со вторым местом. Ну скажи, спасибо. Что ты чувствуешь, когда ты обгоняешь чемпионов России, таких как Ладыгин, знаю, как просто, Брагин? У меня просто буря эмоций в начале сезона, когда я видел такой список именитых спортсменов. Ну, понимал, что нужно будет еще несколько лет, наверное, стараться, чтобы попасть на пьедестал. Ну, получилось, доволен, фантастика, просто буря эмоций. Всем большое спасибо, здорово. Что ж, поздравляем спасибо. Тебя так Иди держать. Мне Григорьев помешал, я на него никак не рассчитывал, что он впереди будет. Ну, что ж, надо стремиться тоже вперед. Спасибо. Это был Ирик Миняхметов.